Я уверена, меня здесь все поймут. Впрочем, на эту тему поговорим чуть позже. А сейчас нам надо достойно выполнить поручение командования концертом. Ну как, ты готова? Так точно! Тогда представь следующий номер. Юмористическая сценка от Денисовской школы номер 1. Встречайте! Алло, привет! Как дела? Чего там? Мне тоже. Ну ладно. О, Ксюша, привет, привет. Как дела? Ой, что нового? Ну как, что, все по-старому, так? А у меня, представь, мой на 8 марта сюрприз решил мне сделать. Знаешь, какой? Ой. Решил в женщину переодеться. Решил переодеться, да не смог. Знаешь, почему? Да потому что мне одеть нечего. Как обычно. Слушай, что-то подруги нашей давно нет. Где она подевалась? Что-то она постоянно опаздывает все время. О, пришла. Привет! Привет, привет. Ой, девочки, сейчас пока вот шутки ехала, поняла. Дезодоранты, подаренные мужчинам на 7 мая, закончились. Да, это точно. Ну, а мой вчера с работы приходит и кусок мела мне дает. Зачем? Зачем? Он говорит, рисуй на спине квадрат. И опять ему, зачем? Он говорит, рисуй, говорю, и все. И что? Я давай квадрат нарисовала, он мне говорит, теперь линии вдоль, поперек, я нарисовала. Он говорит, здесь буквы, здесь цифры, но я все сделала. Он говорит, да 6 нашла? И? Ну я, да, нашла. Он говорит, почеши. Представляешь? Ну надо же. Девочки, а я вот, знаете, недавно на машине соседа пальчиком нарисовала. Помой меня. Что? Потом, что? Что? Иду вчера домой с работы, на моей написано «Заходи, помой меня». Что у этих мужчин только на уме? Я вот на прошлой неделе в фитнес-зал пришла, говорю, тренер, у меня вот что-то живот растет, а он? А что сразу тренер, может это не от меня? Представьте. Ой, ну а я в Сочи же ездила в прошлом году с сестрой. Ну и там точно такая штучка, встаешь туда на весы, монетку кидаешь, но он на вес не говорит. Ну я такая монетку кинула, встала, смотрю, блин, что-то не то. Ну я, значит, разулась опять стала, опять не то. Свитер сняла, встаю, опять не то. Ну собралась уже юбку, блин, снимать, этот мужик встал и говорит, девушка, подожди, дальше я сам плачу. Ой, девочки, это что? Я вот была недавно на свадьбе у сестры. Замуж скоро, да? Букет словила. О, точно. Третий, девочки, третий. Счастливая! Ну, ты ж пишу об этом статус в Одноклассниках. И что потом? Пользователь Максим удалил из друзей. Пользователь Сергей удалил. О, сказала, пользователь Валера удалил из друзей. Ой, свадьба. Да женщина вообще в самый последний момент понимает, что в ЗАГСе она получает не свидетельство о браке, а вторую трудовую книжку. Это супружество? Ерунда! Настоящему мужчине достаточно няни. Ну вот, мужчина от женщины чем отличается? Кто-нибудь знает? Чем? Знаете? Ну как чем? Женщина вот лежит на диване, она же не может, она же срочно все переделает. Да. Бедная как пчелка трудится, да. А мужчина лежит себе на диване, превозмогает. Ой, девочки, а вы знаете, вообще мужики трех типов бывают? 3D, 3B и 3T. Это как это? Мужик 3D. День, дом, дети, деньги. Мужчина 3B. Бабы, бабки, баня. Мужчина 3T. Тапки, танки, телевизор. Это точно. А я еще одну классификацию знаю. Да, какую? Да-да. Мужик захотел, мужик сделал. Мужик не захотел, мужик не сделал. Мужик не захотел, но сделал. Мужчина женат. А вот если мужик сказал и мужик сделал, это вообще два разных мужчины. Да, это точно. Девочки, а я вот, знаете, это с работы шла вчера и упала. Все нормально? Да, мужчина, нормально. Все нормально. Лежу такая, тут один рыцарь. Включить режим. Молодец. Подбегай, значит, одну руку тянет. Что потом? Что? Упал, грохнулся рядом, упал. А потом? Что потом? Руку сломал, сама в больницу отнесла. Надо же. Дела, а мой вчера приходит, сломанные мизинцы. Ого. Два? Прям два мизинца? Оба сразу. Говорит, ковырялся в ушах и чихнул. Чихнул.
недавно собирать брючки, одел, рубашечку застегнул, причесался. Ничего себе. Надо же, что-то подозрительно. Я у него спрашиваю, куда вы такие красивые собрались вообще? Между прочим, мужчина должен быть чуть-чуть красивее обезьян. Да, 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 знаешь, что сказал? Что? Да. Мужчина должен быть чуть-чуть красивее обезьян, с которой он живет. Кошмар! Я вот у тебя давно хотела спросить, а твой кого больше хочет, дочку или сына? Ну, сына, конечно. Почему это сына? Игрушку хочет, вертолет-то ради управляемого. Ой, ребенок. Девочки, вы же совсем про подарки забыли. Точно. Предлагаю объединить 7 мая и 8 марта и сделать взаимоотчет. Да-да-да, точно. 14 февраля, 8 марта, 7 мая. Я вообще предлагаю объединить эти праздники и сделать Международный день женщин, влюбленных, защитников Отечества. Я за. Поздравляю защитников Отечества, отчаянно сражавшихся в Counter-Strike, не струсивших на полях Доты, бившихся как тигры в Mortal Kombat. Это ваш день. Ведь настоящий мужчина должен иметь две вещи. Избы поджигать и коней останавливать, чтобы его бабе не было чем заняться, а не мозгу ему выносить, да? И в этот день, наши дорогие мужчины, защитники Отечества, примите наши поздравления. Мужчина, дар Божий для женского пола, мужчина-защитник, мужчина-опора. И есть еще нынче немало причин, чтобы женщины славили наших мужчин. А нам еще надо, чтоб пушки молчали, чтоб женщину вы берегли от печали, тепло изливали волной нам кровь, и вместе бы мы излучали любовь.